0.03. Вот это я могу купить, как будто, не? Да, как будто могу. Давай, 430. Да, есть. Заказал, заказал. Лови, давай сразу еще один, давай еще один, давай еще один. Сливаю. Найс! Я просто дал им свой аккаунт, они что сделали? Что вы сделали? В этом видео участвовали. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня будет одно из самых крутых видео на моем канале. А именно, я доверю свой аккаунт на одну минуту каждому ютуберу. Тут будут самые топовые ютуберы, Абовин, Холдик, Тиктак и многие-многие другие. Поэтому, ребята, прожмите лайкусик за такое крутое видео, за такую прикольную оригинальную идею. Что же это за аккаунт? Это мой старый аккаунт, которым я раньше играл. На нем 21 тысяча голдишки, 21 тысяча. Я надеюсь, они все не продадут. Но они имеют право делать все, что они захотят. Абсолютно все, что они захотят. Это будет очень жесткое видео. Ребят, с вас лайк, подписка, а мы погнали доверять этот аккаунт первому ютуберу. Ха-ха-ха-ха. Я уже зашел на аккаунт Кентухи. Так, ну, поставим никнейм. Заскамлен. Эстекилом. Буквы не хватает. Заскамил Эстекил. Братья, извини меня, пожалуйста, заранее. Получается, сейчас аккаунт Кентухи полностью в моем распоряжении. Ну что, let it go, let's go. Ага, ага. Что это он мне накупил? 20 тысяч голды на базу. А где скины? Ладно, окей. Окей, окей, хорошо, 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 хорошо. Я предлагаю просто по фулу над ним поиздеваться. Хорошо, я знаю, Кентуха любит заниматься бустами, так что давайте мы забустим дробовичок. Я думаю, неплохая, в принципе, инвестиция. Можно сразу М40 забустить, сразу два скина забустим. Нет, два мало. Давайте три скина забустим. Три скина. Да нет, три тоже как будто мало. Фейнфольчик можно добавить. Ну, в принципе. Стой, а что у него на рынке? Пока скины пусть бусятся. О, калашек. Что за калашек? Воу! Ну, согласен, 0.3 как будто неудобно. Так что заходим на мой аккаунт. Выбираем 0.03. Блин, где его скины? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я просто реально не знаю. Получается, ставим 1.08. Сливаю. Найс! Подожди, проверочка. Да! Я себе слил этот коллаж. Да-да-да-да-да. Смотрите, вот он. Пока Кентух не зашел на аккаунт, я думаю, можно пооткрывать open case удаленных каких-нибудь кейсиков. Давайте купим раз, два. Ривел. Я думаю, надо купить. Я устрою open case. Хорошо, откроем revenge. Sharp. Поехали, давайте откроем вначале обычные, а потом те, которые убрали. Так, Revenge Case открываем. Блин, в принципе, если я выбью ему ножичек, то мы, в принципе, окупимся. Хорошо, к МАК-10, в принципе, можно оставить кентушки. Sharp Case. Прости, пожалуйста, Илюха Кентуха. Братанчик. Ой-ой-ой. Блин, надеюсь, он не обидится. У меня аккаунт лагает из-за того, что я ему на аккаунт купил кучу всяких комонок. Так, хорошо. Давайте откроем еще один Скорпион. Let's go! Так, можно, пожалуйста, Аркану? Пожалуйста. Что-то как будто бы нет. Ладно, хорошо. Ривел бокс, он стоит 500 голды. Илюха, прости меня, пожалуйста. Я тебя умоляю. Я столько ему там... Сто трек. Кобыла. Я предлагаю купить ему боксы. Сколько боксов? 6 боксов. Ой, знаете, что еще можно сделать? Можно сделать вот такую тему. И вот так вот много раз. У него весь инвентарь будет еще в боксах. Ё-моё. Просто сколько он будет это чистить? Прости меня, пожалуйста, Илюха. Зря он мне доверил инвентарь. Вот я серьезно говорю, очень зря. Еще столько штук. Все, мне кажется, скинтухи хватит. Но если честно, это вообще полная жесть. Просто посмотрите. Я ему потратил 1 000 000 голды. О, а давайте еще, знаете, что сделаем? У него же есть клан, я смотрю. Зайдем в настройки, описание клана. Я перхоть и скамер. Вот такой вот ставим. И ставим клан открытый. То есть в клан сейчас может зайти любой чел. Что у него в клане, смотрите, сколько запросов. Да чё бы нет, ну типа... Прости меня, Кентуха. Все, я выхожу с аккаунта, оставляем как есть и... Пока-пока.
Ну что, дамы и господа, и теперь моя очередь, получается, зайти на аккаунт Кента АПК. Короче, я не знаю, кто здесь до меня уже был. 19 556 голды на балансе. Ядрить, колотить. Это подожди, а чё, это ему... Так, это скорее всего был тик-так. Ой, по-любому был тик-так здесь, 740 гриб. Только тик-так можно закупить. Ой-ой-ой, это что такое? Этот, кто ему это все здесь понаделал? Это капец! Что-то не похоже на аккаунт Кента АПК. Я бы типа, ну, не сказал бы, что это его, как будто это не его аккаунт. Короче, Кент АПК дал аккаунт, говорит, надо что-то ему этот, с аккаунтом поделать. Тут ему вообще, кто здесь был до меня, я не знаю. 20 тысяч на балансе, давай что-нибудь купим жестко. Ну и как вы видели, я в начале данного видеоролика закинул 20-ку на аккаунт, так вот. А где же мне брать голдишку для подобных видео? Ответ крайне прост, конечно же, на булдропщике. Тем более, там добавили новый ивент Фабрика Эльфов. Ты фармишь карамельку, и эту карамельку меняешь на топовые скины. Плюс там есть новая коллекция касиков. И самое главное, сверху на башку есть секретное слово. Ты уводишь и забираешь свой приз. Ну что же, а мы идем дальше. Давай что-нибудь, давай, а что купим? А что купим? Давай возьмем, не знаю, вон Фуриус Кейс один пока. Просто косарь голды. Попробуй так. Наколдуй на нож. Ты умеешь колдовать? Давай. Ладно, чё, рыжая чё там? Бестия просто сейчас. Ахалай, махалай, кентоп и карарка выпадает. А чё сразу рарку? Зачем рарку? Ну хотя бы... Вот. Зачем так, ты на рарку? Давай не рарку, давай еще раз только на какую-нибудь аркану. Давай фейбл кейс. Давай теперь я. Ахалай, махалай, а нож кенту выпадай. О, вот почти нож, но увы, рарочка. Ну все, потому что ты здесь второй дигл да, подряд. Да, все. Ну это капец. Сейчас своим парень, прикинь аркану. Хе-хе-хе, с бокса. Почти эпик. Давай мы купим нож, я тебе его солью. Так, ну давай, какой ты хочешь? Какой? У тебя там стилит украли. Веля, кстати, стилит мой слил, мне нужен ну, зеленый стилит. Давай слушай. Мы тебе сейчас его купим, давай. Зеленый стилит, да? Имба! А чё у него тут еще? Это пока, спасибо за нож. Муа, муа, так, заскамил. Ну, в смысле, кем ты пока, спасибо за нож? Ничего, что я здесь у него на аккаунте, алё. Пожалуйста, пожалуйста, обращайся. Блин, я не знаю, честно, ребят, что еще у него на аккаунте здесь, потому что мне его мега жалко стало. Тут уже охренеть. Что это за... А что у него за клан здесь? Тут в клане чел у него заблоканный. Ладно, чем? В принципе, я думаю, я такого ничего особо делать не буду, потому что мне уже жалко. Мне уже жалко, капец, его аккаунт. Кейс купил то-то. 17 267 голды. Но, надеюсь, другие ютуберы, кто будут еще здесь всю голды, ему не потратят. Я чисто ножик слил. Вот. И как-то так. Ну, вы лайк поставьте и подпишитесь на Кента АПК, потому что за такое лайк и подписку. Вот дай так, если вы наберете на ролике 5000 лайков, то этот нож я ему верну. Так, ну что, братва, я на аккаунте Кентухи и смотрим, что у него с аккаунтом интересненького. Заскамил нуба. Так, ему уже поставили какие-то из ютуберов ники. А ну-ка. Нифига себе! Нифига у него 800 предметов! Это что ему сделали? Офигеть, что-то мне жалко Кентуху. Я, пожалуй, так не хочу делать. Я, пожалуй, всего лишь пооткрываю... Так, давайте по одному обычных кейсиков возьмем. Вот так. Поэтому я хочу сначала для разогревки открыть обычные, а потом удаленных пару штучек не особо дорогих, чтобы не сильно разорять кентуха, то уже, я смотрю, его походу разорили жестоко. Имба. Ну, слушай, неплохо летит. Пока все стабильно, без аркан. Не, ну надо, блин, хотя бы мне кентухе подарок сделать, выбить арканочку с кейсика, чтобы он реально окупил все, что ему сделали на аккаунте плохое. У меня сегодня была огородная цель, как говорится, кентухи, сделать подарочек в виде выпадения из кейсика, что-то жесткое. Вот этот контейнер, потом вот этот и вот этот. Нифига, он уже 500 стоит, братанчик кентуха, все, три контейнера, это имба сейчас будет для тебя или нет. Блин, ножичек так далеко был, это жесть. Давай хотя бы этот ножичек. Ты недорогой, выдай хотя бы недорогой ножик, чтобы приятно все... Понятно. Ну, может быть, самый фиговый ножичек нам выпадет. Понятно, кентуха, брат, я пытался, но все-таки голда слилась. И у тебя минус 2000 голды от меня. Сорянчик, братик, но я пытался реально тебе подарочек выбить. Ладно, выходим из аккаунта. Мы сделали все, что в наших силах. Так, ребята, я прям сейчас в моменте решил ворваться, посмотреть, что же там натворили эти вонючие ютуберы с моим аккаунтом. То есть на моем аккаунте был мафиозник, дальше был Эстекил и был Абовин.
Первое, что я вижу, заскамили нуба. Это кто посмел? Заскамили нуба. Не, ну слушай, это вообще нормально или нет? И самое главное, я даже не знаю, кто это сделал. Давайте посмотрим, а что у меня по скинам. Где 5 голдишки? Вы что, ненормально? Я сказал голду никому не трогать, когда давал аккаунт. Не, ребята, это серьезно? О, нож. У меня есть нож, спасибо. Так, давайте первым делом я проверю, почему у меня так много предметов. Кто купил гриб? Не, по-любому кто купил гриб и, наверное, такой, такен грибобас. А вы, Феникс, зачем мне все это? Зачем мне EMP45 пиксель? А зачем мне бластеры? У бластера даже цены на покупку нету, насколько дешевый. Уважаемые ютуберы, вы что творите? Я обращаюсь к тем ютуберам, кто это делал. Голдишку придется дать, дорогулечки мои, голдишечку придется дать. Вы посмотрите, что они творят. Что они творят? Так, а история продаж? Казашка! Мой нож за 0,3 слили! Какие же они говнючелы! А так, история покупок? Кто купил касики? Это кому в голову пришла эта идея? Равил касики, Фуриос касики, Скорпион. Вы чё, в сосну въехали? Вы что творите? О, смотрите, у кого-то кента купили дробаш бластера, обалдеть. Ладно, ребята, вроде бы как, конечно, жестко, но еще есть чем дорожить. Ну а мы передаем аккаунт следующему ютуберу. О. Ага. Уф. Так, ребят, привет, бро. Можешь, плиз, помочь? Очень-очень срочно надо. Ливни с игры. Это моя коронная, когда я захожу на чужой аккаунт. Это моя короночка. Рик, бро, если чё, это все Кент, это не я, это Кент, правда. Ух, надеюсь, Рик не посмотрит этот видос. Так, перхоть мы удаляем. Что? Это мы тоже удаляем, что? Нубу мы тоже удаляем. Ой, какой же ты скамер. Ищу парня, оставляем. Так, ну такой достаточно интересный список друзей тут. Я не могу. Так, что у нас тут еще есть? О боже, сколько тут всякого говна за баней. О май гад, что это? Это он коллекционирует, что? А, это он бустит. Это он бустер. Так, ладно. Да тут нет ничего дорогого. А ну-ка сюда зайдем давай. Мои запросы. Ничего нет ни на покупку, ни... Братанчик, ты вообще на рынок заходишь? Чего у тебя ничего нет в моих запросах? Алло? Алло? О, давайте я на рынок зайду. Так, окей. Так, как будто, вот это я могу купить, как будто, не? Да, как будто могу купить. Давайте сделаем с вами сейчас так. Вот я вам отвечаю просто. Вот сколько здесь сейчас наклеек, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 20 наклеек. 20 наклеек. Это значит, надо, чтобы сейчас 20... лайков вы поставили. Я вам отвечаю, 20 лайк. А не, 19 лайков. 20 это не хочу. 19 лайков поставьте. 19, ровно, не больше. Ровно 19 лайков. И я вам отвечаю, выпадет 19 наклейка. Просто проверяете. 19 лайков. Все зависит, вот сейчас мы проверим, сколько вы сейчас лайков поставили. Вот отвечаю, чекаем. Поехали, открываем, что? Давай. И нам падает... Ну, это, кстати, неплохо. Сейчас скажу, сколько вы... Не скажу, это надо еще один покупать. Давайте сделаем фильтр. Наклейки. Дракула. Блин, слабо. 1163, давайте продадим. И давайте, знаете, что сделаем? Блин, да давайте пробустим какой-то скинчик. Ребят, давайте вы сейчас закупите скинчик. Допустим. Пурпул Кама. Закупились? Я заказываю его. Закажу его, давайте 500 штук. А, я не могу 500 штук. Ну, 100 хотя бы, давайте 100. Так, можете закупаться, я уже, ребята, начинаю бустить. Так, и давайте еще вот таких вот 100 штучек закажем. Так, все, заказ сделан. Давайте сделаем следующим образом. Тут был холдик. Тут был холдик. Так, ну так чисто, чтобы, ну, запомнилось ему. И давайте я МП7 еще пробущу, Рилли. Ну, просто маловато я сделал бустов. Все, ребят, можете закупаться. Я погнал дальше по своим делам. Спасибо всем за внимание. Я отсюда увиливаю. Всем чао.
Так, здоровочки все мужичелочки, у нас ровно есть минута для начала. Сразу же меняем ник на ник Кент Перх. Пускай будет Перхо. Сам догадается. Короче, Перхать. Блин, ладно, Кент Перхать. У нас времени так много нету. Кент Перхать, ставим быстренько. Еще 40 секунд. Ой-ой-ой, тут скетчиков сколько. Ладно, времени нету, капитончик. Есть желание. Давай какой-то, а себе какой-то ножик. Да, да, отличная идейка. Смотри, я тебе, ой, ты, во-первых же, флип вортекс. Я тебе сейчас покупаю, сразу же сливаю, приготовься ловить. Флип вортекс? Да, давай, да, да, давай, да, за 1430. Давай, 430, да, есть. Заказал, заказал. Лови, давай сразу еще один, давай еще один, давай еще один. Сразу же, ладно. А когда мне столько? Ну ладно, потом. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Все поставил? Держи. Заказал, заказал, да, да. У нас сейчас 5 секунд. И еще один бокс открою. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну мы, в принципе, успели. Ровно за минуту справились. Отлично, все, кентушечка. По ножику Рикардо имеется. Получается, что так, кентуха. Не благодари. Так, пацаны, короче, у меня есть 2 минуты сделать что-то с аккаунтом кента. Что у нас здесь есть? Кент Перхоти, у него никнейм всего лишь. Кент Перхот, 3 см. Блин, даже не могу поместить. Кент Перхот... 3 сымы. Вот так вот будет. Кент Перхот, 3 сымы. Отличненько. Так, переходим дальше. У меня 2 минуты надо успеть. Так, у нас 7000 голды. Давайте потратим примерно косаря 4. А что-нибудь сольем, дорогое у него. Капец, тут понакупали всего. Ну-ка вниз, 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 вниз. Быстрее надо, пацаны, это трендец. Охренеть, тут просто накуплено. Так, надо слить какой-нибудь дорогой скинчанский. Блин, у него скинцы что ли все посливали? У него реально нету дорогих скинов. Ладно, давайте, ладно, хрен с ним. Последний. 2 арканы его, бедолаги, продадим. Так, 003 полетело, 003. Улетела арканка. И улетает еще одна арканка тоже за 003. Ну, слушайте, ну он же дал мне шанс поиздеваться. Я должен поиздеваться. 140 галдишки. Ну, давай, за 0.03 полетели. За 0.03. До свидульки. Так, попробуем выбить ему нашчанского. Как бы окупиться же надо. Поэтому покупаем. Давайте 5 ревенджеров по фастику. Быстро, быстро, быстро. Надо, надо быстро. И пробуем ему выбить нож. Поехали, поехали, родная. Давай, лишь бы рарка. Лишь бы рарка. Да! Рарочка сюда, родная, хорошо. Вторая. Ой, рарка, 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 рарочка, давай, давай, давай. Да, как я люблю, хорошо. Я бы стат... Блин, статрек. Опять за 0.03 продавать. А, я не найду тут. А, не найду, слышь, за 0.03 куда? Какой статрек ему? Ему только максимум рарка можно, 0.03. Если выпадет аркана, я продаю тоже за 0.03, алло. Поехали, поехали. Ой-ой-ой, так, что у нас тут выпадает? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Импулечка, драгулечка, отлично, кэрочка. И два по-быстрому тоже открываем. Раз, открыли. И давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Времени нету, давай. Что? Эпик, ты что, нормальный? Ну, тут ему повезло, ладно. Надеюсь, все, последнее, надеюсь, рарка выпадет. И сделаем крафт. И все, еще крафт сделаем, точно, крафт сделаем. Что? Тишишь, это надо точно продать, алло. Слышь, такого, такого позволить нельзя ему. Продаем за 0.03, алло, быстро, 0.03. И крафта, крафта, крафта какого-нибудь кайфовенького сделаем ему. Давайте, что скрафтим, что скрафтим, что скрафтим. Давайте, так, выбрали, короче, все коллекции. Смотрим, что у нас здесь есть. А у нас, давайте, ладно, потратим где-то 3,5 косаря на крафт. Ну, около 3-4 тысяч, короче. Купим, давайте, вот этих вот фейбликов. Купим, давайте, 7 штучек. По 100 будет 7 штучек. Это имба, 8 пускай будет. Один он оставить себе. Так, и давайте 3 скинца каких-нибудь дорогих купим. Допустим, срайвал, купим, давайте 3. Раз, 2, 3. И наша задача скрафтить G-команда, мужики, давайте, родные. G-командочка, родная моя. О, смотри, даже стаклейки, ой, раз стаклейки словил, 2 стаклейки словил. Вот ему повезло. Жалко, только на крафт уйдет. Так, крафтик, нажимаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. И 10 мы засадим сюда. Вот там у него наклейки. Все, давай, пожалуйста. Пожалуйста, G-команда, родной, чтобы я его продал за 0.03. Давай, раз, два, три. Поехали! Пау! Ого! Нифига повезло, слышишь? Блин, ребят, нельзя продавать за 0.03 или нет? Ладно, давайте оставим. Давайте ему оставим. Уже пожалею, бедолагу мы. Стоп, подожди. Я сказал, пожалею? Нет, я не пожалею. Мы ему еще купим один подарочек. Мы ему купим какой-нибудь ножик имбовенький, чтобы он без ножа не ходил. Так, какой же мы ножик ему купим? О, я знаю, ребята. Купим ему какой-нибудь... О,
Мы хотели же команда, мы купим ему же команда, только подороже. Давайте не за 1200, а за 1400, чтобы он посолиднее был, подороже. Купим на 200 голды дороже. Все, имбулечка, дорогулечка, вот теперь инвентарь поинтереснее. Уже хотя бы ножик есть, применить надо обязательно. Все, успели, за 2 минуты справились. Ну что же, прямо сейчас я зашел на мой аккаунт. Первое, что вижу, ник Кент Перхоть 3 СМ. Ха-ха-ха, не, ну это по-любому тик-так поменял. Я вам отвечаю, я не знаю, что на этом аккаунте есть, откуда вы, на нем так много скинов. Ну что ж, давайте посмотрим клан. Клан Перхоть. Чел из клана Перхоть, обалдеть. Ну что же, погнали. Что, у меня 3 голды на балике? Да вы что, ненормальные в смысле? В смысле 3К? А где моя голдишка? Я же заходил в середине этого видеоролика, у меня было 15К на балике. Вы что, сумасшедшие? Обалдеть. Зачем мне М40 грипп? Что за сумасшедший мне их купил? Это же коллекция даже не удаленная. Ладно бы это была бы удаленная коллекция, я бы слова не сказал, так это подражает. Это полная габела, куда ушла вся моя голдишка? Так, ребят, давайте пока что мы просто посмотрим на инвентарь. Ну, а вдруг какой-то добрый чел купил не очень много ножей? И всего лишь один нож, вы чё? Куда делась моя голдишка? Вашу Машу мордой в кашу! Я больше не буду снимать подобное видео. Так, история продаж. Что это такое, мужики? За 0,3 раз, за 0,3 2, за 0,3 4. Вы чё, ненормальные? Вы тупо продали весь мой инвентарь! Это полный тильт, я такого не ожидал. Это полнейшая габела. Какая боль, какая боль. Мне слили весь инвентарь. Я больше подобное видео снимать не буду. Это габела. Кто ты, где фейбл покупал? Там чё, кто-то крафт делал? Я отвечаю, эти ютуберы просто неадекватные. Блин, я ваш рот труба шатал. Ребята, пожалуйста, прожмите лайк за это видео, потому что я отвечаю, я ушел в минус. Я с рекламы не укуплюсь, я в минус ушел. Но это все ради контента, поэтому, ребят, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Также в моем ТГ я отдам вам этот аккаунт. Все, мне он не надо, все. Отдам вам этот аккаунт, в котором были все топовые ютуберы. Можете с ним поиграть, похвастаться перед друзьями. Обязательно перейдите, подпишитесь. Ссылка в описании. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока-пока. И на YouTube подпишитесь. Пока.